Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что нет никакого университета НКУ, нет никакого института ни НКУ. Ни в одном из действующих институтов или университетов нет факультета НКУ. То есть на сотрудников некоммерческих сектора не готовят специально. И по большей части все тренеры в нашем секторе – это самоучки. Или, скажем так, пришли из каких-то смежных секторов там, или каких-то ведомств смежных. А вот именно благотворительный фонд «Гарант» тем и, скажем так, тем его вклад и ценен, что они взяли на себя вот такую миссию систематизировать и, скажем так, подпитывать нас. Потому что не бывает же так, что ты как один раз что-то придумал, и с этой придумкой ты всю свою оставшуюся жизнь идешь к людям. Эффектов масса. И я думаю, что я буду не одинока, сказав, что благодаря именно программам благотворительного фонда «Гарант» по обучению нас, тренеров, не только мы свои собственные НКО стали более экспертными, более сильными, но мы и сектор своих регионов, скажем так, их компетенции подняли на более высокий уровень.